Ну что, ты готов сегодня побить плохих парней? Да, готов. Захватить замок и спасти принцессу? Да, готов. Мы сейчас будем снимать офигительный проект. Тема рыцарей меня просто преследует. Это уже, наверное, моя фишка. Мы готовимся к предложению руки и сердца. И сегодня, скажем так, предыстория, которая будет показана в тот самый важный день. Расскажи, что тебя сегодня ждет? Меня сегодня ждет какая-то жопа. Я даже не представляю, что будет, блядь, что я сейчас одену и что я буду делать. Вообще, чуть-чуть переживаю. Иван, расскажите сейчас, что произойдет? Не знаю, посмотрим. Ну, мы выживем? Ну, я надеюсь. Я не это хотел бы услышать. А, да, конечно, мы выживем. Кто-нибудь точно выживет. Нет, все нормально будет, сейчас бахнем. Здесь скорее спецэффекты, которые применяются в кинематографе, нежели классическая работа пиротехника. Поэтому пришлось кое-что придумать, кое-что подсыпать, кое-что перезарядить. Вот, и получится один хороший бадабум большой. Сейчас, пишешь? Да. Все готовы? Да. Раз, два, три. Зачет. Зачет. Рок-н-ролл.